Как они у вас оказались? Как вас здесь? Без родителей? Он говорит, я не знаю, где мои родители. Да. Как вот так вот у вас дети здесь находятся? Вы им никто, правильно? Знакомый, почему нет? А как они у вас находятся? Они должны ходить с родителями. Родители пока не могут с ними находиться. Они в отъезде. Понимаете, это незаконно. Почему? Потому что либо с ними должны представители опеки, там что-то какие-то вопросы. Нет, доверенность какая должна быть у вас, что вы имеете право. Нет, ну они же там не на 3 года уехали. Нет, пойдет с нами на улицу, пошли.